Вязаный жилет стилисты уже назвали долгоиграющим трендом. Эта вещь точно не на один год, а еще вязаный жилет можно назвать универсальным предметом гардероба. Жилет может отлично согреть в промозглую погоду. Итак, давайте разберемся, с чем же носить вязаный жилет. Один из самых беспроигрышных вариантов – это сочетать вязаный жилет с рубашкой. Желательно, чтобы она была свободного кроя, при этом она может быть абсолютно любого цвета. И, внимание, маленький лайфхак. Если не заправлять низ рубашки, а оставить таким образом, чтобы она слегка выглядывала из-под жилетки, получится классический строгий, но при этом весьма расслабленный образ. Еще один расслабленный вариант стилизации – это жилетка плюс футболка. Но здесь крайне важно, чтобы футболка была достаточно свободного кроя. При этом у нее должен быть достаточно длинный и объемный рукав, иначе образ будет выглядеть не совсем удачно. К этой комбинации идеально подойдут джинсы, брюки и даже юбки. Следующий вариант можно отнести скорее к зимнему или осеннему гардеробу, но тем не менее это классный вариант трендовой многослойности и выглядит актуально и при этом согреет в холодный весенний день. Это вот такая вязаная жилетка плюс водолазка. Здесь тоже есть главное правило. Для того, чтобы такой комплект смотрелся гармонично, нижний слой, то есть водолазка, должен быть более тонким и прилегающим, чем верхний. Еще один вариант трендовой многослойности – это вязаный жилет плюс платье. Если платье актуального кроя, оно 100% будет сочетаться с вязаным жилетом. Но если вдруг вас немного смущает длина жилета, вам кажется, что такой комплект будет искажать ваши пропорции, просто добавьте ремень на талию.